Ну, на предприятии «Днепровский электротранспорт» сейчас насчитывается 96 троллейбусов, которые с кондиционерами. Ну, кондиционеры предназначены для комфортного передвижения пассажиров и водителя. Управляется кондиционер блоком управления, который находится в кабине водителя. Этим блоком управления можно выставить температуру от 18 до 28 градусов. Ну, сегодня будет проводиться ежегодное обслуживание. Ежегодное обслуживание проводится перед весенне-летним сезоном. В это обслуживание входит очистка системы от масла и использованного газа хладогена. Дело в том, что когда начинают чистить кондиционер, уже показывает, есть ли утечка, насколько загрязнен кондиционер. То есть на один троллейбус можно от часу и до 4 часов. Вот где-то до числа 10 мая мы должны обслужить все кондиционеры.